Это очень интересный конкурс, очень профессиональные члены жюри. И для себя, ну, просто попробовать себя, почему бы и нет. Могу, значит, попробую. Это очень важно, потому что всеми выходами на сцену ты выстраиваешь в себе эту закалку. Я очень рад, что в России вообще появился такой конкурс, и эта сфера так развивается стремительно. И этот конкурс как бы вот как раз-таки хорош тем, что здесь еще можно играть оркестровые трудности. И ты себя проверяешь, что уже на стойкость.